Руни, здорово, Руни бить не стал, и Мата, Мата пробил мимо. Бил момент для удара, вот посмотрите, отличная передача, хитрая передача. Вот здесь бы сейчас пробить Руни, но он заменимый футболист в обойме Манчестер Юнайтед. Игрок умный. Передача вперед на Марсиаля. 60 миллионов долларов. Мадридский Реал его покупал. Он сказал, ну что же, Мата. Мата стартует со своего правого фланга и навешивает. Вот момент! Ох, как! Макколи пропустил этот мяч. Посмотрите, как здорово направил мяч. Только показал Лингер, что дай мне, дай, дай, дай. И не было. Манчестер Юнайтед подает на 29 минуте. Подача. Отбивается мяч. И снова Лингард. Удар по воротам. Удар наносит Бастиан Швайнштайн. Ошибал. Ошибается защитник. И вот Лингард выходит один на один. Лингард нужно раньше. Накрывает. Ну какая передача у Доусона. Ну как так можно? Грубейшая ошибка. Подача. Но подача в ноги Дарину Флетчеру. На подборе Янг. Еще одна подача. Марсиаль. Бить. Вот момент. Удар. И вот он момент, который возник. Еще раз. Вот он, Джесси Лингард. Нет, это Марсиаль, прошу прощения. Марсиаль подает, отбивается мяч. Лингард подхватывает его, пока никто не вышел. И как здорово пробил Лингард. Сразу, сразу, пока защитники одному в результативных играх. А сейчас прострел, момент. И на выезде на Гудисон Парк 3-0. Ура, ура. А затем мы с футболисты. Можно играть, не было здесь никакого нарушения правил. И вот, вот шанс. Шанс для Марсиаля. Шанс пенальти. Это пенальти. Марсиаль убегал от Макколи, но здесь о Вестброму с точки зрения потери Макколи. Это основной центральный. Там 2-0.